Михаил сказал, что он сказал? Провести работу по уточнению. Ты все равно не увидишь. Ну, вот это вот на розовом прочитай, что моя ситуация. Ну, это что, моя... Нет, это там вопрос задали. Моя ситуация. Свидетельство 93-го года на участке СНТ 6 квадратных метров в Солнечногорском районе Московской области. Границы прежде не уточнялись. Вот. Вот это было записать три буквы, четыре. ЕГРН. Ну запиши. Слушай, а вот запомнить. Да нет, перепутаю. Какая же тут ЕГ. А на телефон еще записать. Подожди, на ваш участок. Так я через 3 минуты я закрываю. Ну, зачем ты меня позвал? Нервы мотать. Да, что я тебе нервы мотать? Вот ты просила, я... Да, и все, ну через 3 минуты я закрою. Еще малую толику. Что это за маленькую малую толику? Какая же ты... Специально прирезайте еще малую толику. Видишь, в каждом районе свои особенности. Ну, а ты прочитай вопрос. Какой Михаил задал вопрос? Меня интересует. Моя ситуация, имею... Голубое свидетельство 93-го года на участке СНТ 600 квадратных метров в Солнечногорском районе Московской области. Границы прежде не уточнялись. Ну, и что он хочет? Он просто хочет уточнения границ. Это другое. Нет, увеличение. Потому что я вбил, как увеличить садовый участок, и тут на этом сайте написано увеличение площади земельного участка в СНТ. Как же ты... Как? Ну, подожди. Так. Ну, дай вот эти квадраты, прямоугольники, почитай, что... Ну, вот. Нет, прямоугольники... Да это какая разница, это просто с сайта. Я там может, ничего, я там ничего нет. Посмотрю. Где ты потом посмотришь? У тебя только 2 минуты. Я еще один сайт, я знаю, что ты скажешь, что это самое, что надо посмотреть еще на каком-то сайте. Вот, еще на каком-то вот сейчас, сайте. Вот это вот, что, дай почитать. Уже успели. Ну, давай быстрее читай. Ай! 28 февраля. Ночная миссия пройдет еще 3 года. Ну, дай прочитаю. Вот. Осадовый горошин. Сейчас к санитару. Не верю. Прирезки. А что тут? Прирезки касса увеличения? Ну вот, смотри, значит, удостоверение личности владельца или его поверенное. Документ, подтверждающий право собственности. На лишние сутки. Ну-ка, назад вот здесь. Стоп. Вот здесь, смотри. Чтобы оформить право собственно на лишние сотки, вам необходимо обратиться в территориальный орган федеральной регистрационной. Вот, наверное, да? Это называется. Ну. Территориальная. Ну, какая же тут... Необходимо предоставить удостоверяющийся владельца. Ну, подтверждающий право собственно. Дачная миссия, расширили печь, какие-то дачная миссия, вручение площади земельного участка, у нас Россия. Являющий членом СНГ, Соединенного общества. Ну, когда дальше начнем. Несколько лет... Ну, подвинь чуть-чуть вверх. Ну, не на, уже туда вот. Ну, туда вверх. Чё, блядь, назад на самом деле-то? Ну, вверх. Ты издеваешься, это вниз делаешь. А надо... Это вверх. Дальше листай, я уже почитал половину. Дальше. Вот, стоп, сейчас. Запоминай. Вот, значит, правовая защита участника. Увеличил площадь защиты, прилегающей к нему общую пользу. Сарай обнесла забор. Вот, правильно. Возможность, собственно, вершины курса. Чтобы занимать землю. Общего пользования на законах следует провести определенный порядок. Вот, порядок. Для СНТ закрепление в Сочинском праве указанной земли. В соответствии с требованием статьи 21 закона СНТ. Этот вопрос относится к компетенции общего собрания.
самовольное выведение какого-либо последствия нарушает требования закона. Нарушаешь закон федеральный. Увеличение центра. Так. Земельное право. Здравствуйте. Вот там просто написано, насчет адвокат надо. Участок жилья. Какие варианты выкупа, аренды или приватизации у меня есть? Вот. В дальнейшем хочу по вас. Да, так, так. Интересует возможность прописаться, платить оформление по продаже, смотри, так, на желание. Все услуги юристов в Москве, на желание заменили, да? Все. Все, хорошо. Все. Спасибо.